В эту темную ночь самарцы вышли на балконы с фонариками, чтобы почтить память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Фонарик, свет идет, это память, это лучик, который нас, как говорится, соединяет с прошлым. И каждый человек, который светит фонариком, вспоминает своих, всех, кто погиб, кто участники фронта, тыла, то есть всех вспоминаем. И кто участвовал в войнах, которые были вот уже более позднее время, наш огонечек и до них доходит. Во всероссийской акции «Свет Победы» жители дома 87 по улице Вольская, а также их соседи со всего квартала участвуют второй год. Такая практика появилась прошлой весной из-за пандемии коронавируса, и до сих пор люди выходят на балконы небольшими группами, чтобы соблюсти все меры безопасности. У нас очень дружный коллектив, у нас жители очень замечательные, у нас акции проводятся очень разные, и поэтому люди с удовольствием на это откликаются, потому что это затронуло всех. Моя бабушка была маленькая, когда была война, но она все это прекрасно помнит. И я хочу почтить память моих предков и всех тех, кто остался в те годы лежать в земле. В этот раз несколько десятков человек осветили улицу лучами фонарей, чтобы свет памяти не угасал никогда. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, «События».